Как найти ядколучагу? Здесь был нарост хороший, но его кто-то уже срубил. Под рукой ничего нету, можно взять нож и даже отколоть. Вот такие кусочки нелегко колются. То есть, в принципе, вот так вот, даже не имея специальных инструментов, обычно все-таки тяга растет достаточно высоко. Ну, что-то можно отколоть, если очень-очень надо.